Меня попросили объяснить бой, который я использую, когда пою песню Высоцкого «Суету городов в потоке машин». Это выглядит примерно так. Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Так это выглядит. Как это выглядит медленно? Попробую снизить темп. Большой палец просто проглаживает струны. Вот в этом темпе. Указательный палец работает вот таким образом по нижним струнам. Только не так громко. Получается таким образом. Я добавляю указательный палец к тому, что большой палец проглаживает все струны. Вот так вот. Надеюсь, это было понятно. Сейчас я опять повторю, как это выглядит в песне. Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал.